Добрый день, друзья. Меня зовут Газизов Марат, официальный партнер Инвестиционной академии Аль-Пари в Санкт-Петербурге. У нас сегодня вторник, 18 апреля 2017 года. И у нас ежедневный обзор финансовых рынков, торговли без индикаторов. Продолжаются праздники в Европе, связанные с Пасхой. Ну а у нас жизнь, как говорится, на рынках кипит. Давайте перейдем непосредственно к текущей ситуации, посмотрим, что там происходит и как можно с этим воспользоваться. Традиционная просьба отметить качество картинки и звука, как видно, как слышно. Всем привет! Евро-доллар, традиционно начинаем с него. Недельный график. Главная тенденция идет вниз, но в текущем моменте коррекционное движение наверх сохраняется. Поэтому в этом движении ищем возможность покупать. Цена находится на дне коррекции. Но в то же время готовимся к тому, что при подъеме наверх рынок, у него есть ограничения для роста. И в принципе в долгосрочной перспективе нужно будет готовиться к хорошим продажам. В этой ситуации дневной график нам может оказаться очень полезным в плане того, чтобы определиться с точкой входа. То есть в данной ситуации, в связи с тем, что тенденция сохраняется, вход в рынок необходимо осуществлять вот после пробития опорной точки. Цена вышла из коррекционного движения, формирует вторую впадину и, возможно, формирует разворотное импульсное движение наверх. Вот такой вот. В этой ситуации, если с текущих уровней цена возобновит подъем и обновит предыдущую вершину, вот эту вот находящуюся в коррекционном откате, это повод для того, чтобы встать в покупку. Но в то же время, друзья, надо понимать то, что данное движение наверх имеет факторы замедления тенденции. То есть, соответственно, движение наверх при текущей ситуации она ограничена. Вопрос сложный, где это коррекционное движение может завершиться. Соответственно, в этой ситуации будем готовиться к продажам. С другой стороны, в связи с тем, что пока цена не сформировала разворотный канал наверх, данное движение, которое мы наблюдаем, это может быть консолидация перед дальнейшим снижением вниз. Как работать в этой ситуации? То есть для покупки понятно, да, то есть если цена с текущих уровней вызовет подъем и пробьет опорную точку, повод для входа в рынок при пробитии уровня 1.0688. Если же цена с этих уровней, которые мы наблюдаем, наверх не пойдет и продолжит свою консолидацию в этой ситуации, то на часовом графике в этой связи, в принципе, я считаю, будет неплохой сигнал. Посмотрите, пожалуйста, тенденция вниз в данной ситуации, похоже, близка к завершению, но как такового разворота тенденции здесь еще нету. Потому что не были пробиты опорные точки, это раз. Данное движение, которое мы наблюдаем в этой ситуации, я воспринимаю как коррекции, плоская коррекция. Либо как треугольник, который характерен для возможного дальнейшего снижения вниз. Поэтому, еще раз, да, друзья, вход в рынок наверх на часовом графике будет актуален при пробитии опорной точки. Это дневная разметка. К этому моменту, к пробитию этого уровня, рынок сформирует большой канал наверх, вот такой вот. Соответственно, это более-менее полноценный разворотный канал от этого снижения вниз. В текущей ситуации здесь характерно то, что рынок ушел в консолидацию, как я уже сказал. Поэтому вот они, две вершины есть, готовы. Поэтому если цена вот с этих уровней возобновит свое снижение вниз и пойдет на пробитие предыдущей впадины, а в связи с тем, что цена, посмотрите, в этом восходящем канале не воспользовался возможностью ускорить подъем наверх, да, ускорение движения получить, рынок проколол нижний уровень поддержки. Соответственно, это является косвенным признаком того, что движение наверх проблематичное. И пока цена находится ниже предыдущего уровня, вот таким образом, в принципе, можно готовиться к тому, что рынок может построить разворотный канал вниз. То есть в этой ситуации вход в рынок нужно осуществлять только тогда, когда цена вот в этом движении наверх завершит свой подъем и возобновит снижение вниз с пробитием данного уровня. Это сигнал для продажи. Тогда будет сформирован полноценный разворотный канал вниз. От этого движения наверх вниз. Кроме того, можно пытаться рискнуть, посмотрите, пожалуйста, воспользоваться вот этим коррекционным откатом наверх. Если рынок вот текущей ситуации, посмотрите, видите, да, несмотря на пробитие опорной точки, обновление предыдущей вершины не произошло, и рынок пытается закончить это движение наверх
выходом вниз. Но как такового разворотного канала здесь нет. Данная ситуация, если цена с текущих уровней, которые мы наблюдаем, в связи с тем, что цена вышла из восходящего канала вниз, пробивает опорную точку, тем самым рынок сигнализирует о формировании разворотного канала вниз. Сейчас я вам его покажу. То есть это такой канал вниз. Поэтому в этой ситуации, если цена валится вниз при пробитии опорной точки, соответственно, можно продавать. Это евро-доллар. Для этого можно, в принципе, пытаться работать с 5-минутными графиками. В случае, если рынок, посмотрите, вот, показывает вам очевидные движения. То есть в этой ситуации движение наверх, посмотрите, прекрасная отработка была всех тех структур, о которых я говорил вам вчера. Вот вчера. Сейчас посмотрите, вот есть такой момент. Вот он, тренд. Вот этот канал. Здесь была попытка ускорения тенденции, но рынок этой попыткой не воспользовался. То есть отсюда цена не пошла на обновление этой вершины, а завязла на линии поддержки. Соответственно, этот сигнал становится неактуальным. Становится актуальным вот эта вот попытка разворота тенденции вниз. То есть вот выход из восходящего канала, вот здесь вот видите, вниз. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, если цена в такой вот, в таком виде отсюда возобновит свое снижение вниз и обновляет предыдущую впадину, вот эту впадину, таким образом рынок формирует разворотный канал вниз, вот такой большой. Здесь был канал большой наверх, вот он. А вот таким образом цена отсюда падает вниз, пробивая предыдущую падину, формирует такой разворотный канал вниз. Поэтому в этой связи можно будет уже вот в этой разметке искать возможность продавать после пробития данного уровня. То есть если цена пробивает этот уровень, любую коррекцию наверх, которая возникает, наверх, и в которой есть структура коррекционная, хоть какая-нибудь, большая, маленькая, неважно. Главное, чтобы была структура без пробития предыдущей вершинки, то тогда вход в рынок осуществляем после окончания этой коррекции, либо ждем пробития опорной точки здесь. Но я считаю, что здесь надо рисковать. Это у нас евро-доллар 5-минутный. Смотрим британский фунт. Ого. Британский недельный консолидация. Цена находится у верхнего края. Касание верхней границы канала не произошло. Ни здесь, ни здесь. Дневной график, посмотрите, вот я выделил этот момент. Вот, касания не было верхней границы канала. И рынок формирует структуру, да, то есть здесь была коррекционная структура, которую рынок попытался реализовать, но не успешно, потому что обновление не произошло. Соответственно, если цена вот с этого движения, которое мы наблюдаем, обновляет предыдущую впадину, становится вот этот сигнал, который здесь возник, снова, он становится актуальным при пробитии этого уровня. То есть здесь таким образом рынок формирует разворотный канал вниз. И тогда возможно, в связи с тем, что цена здесь нельзя, даже не коснувшись верхней границы канала, пробьет предыдущие две вот эти впадины, тогда можно будет говорить о том, что рынок наконец-то выйдет из этой консолидации. Вот посмотрите, как это было вот здесь. Вот. Две вершины, вот они две вершины, ну здесь уже третья вершина. Вот. И если цена пробивает предыдущую впадину, видите, как резко уходит вниз. То есть таким же образом можно будет ждать движения вниз. В рамках вот этой разметки, которую я все время рассказывал на недельном графике. Так, у меня достаточно удачно открытые позиции. Вот. Сегодня я с утра успел войти в рынок, продажу. Вот. Стопы теперь буду перемещать. Вот. А дальше что? Это дневной график, да? Часовой график, посмотрите, пока еще как такового разворота вниз нету, но здесь вот появляются первые признаки выхода из канала без добития предыдущих своих целей. Да? Здесь цена не дотянула до цели в восходящем тренде и вышла из восходящего канала. До разворота тенденция вниз еще говорить рано. Я даже предполагаю, что сейчас может быть очень сильный отскок наверх. И если пробитие не произойдет, то тогда в принципе можно говорить уже о том, чтобы позиционироваться вниз. То есть вот такая структура здесь формируется. Вот, разворотная, то можно будет вставать в продажу. То есть это еще, друзья, не разворот. Это еще не разворот, вот это движение.
В данном случае это первая попытка разворота тенденции. Необходимо подтверждение. Для подтверждения о развороте этой тенденции вниз необходимо формирование вот этой второй вершины, которая будет неудачная в случае, если разворот тенденции, и при которой будет сформирован разворотный канал. Вот. Поэтому особенно этому движению как бы не поддавайтесь очарованию этого движения. В принципе, можно хорошо работать на 5-минутных таймфреймах, потому что 5-минутные графики здесь тоже, в принципе, формируют структуры, неплохо их отрабатывали. Ну, по крайней мере, это было вот здесь вот. Вот здесь, в этой области. Сейчас посмотрите. Хорошее движение вниз. Если вы хотите продавать, в этом случае стратегией будет являться на 5-минутном или лучше на минутном графике ждать 3-минутные, то есть вот такие коррекционные откаты. Вот, 3-волновые. Ну, теперь уже есть некий намек на структуру вот здесь. То есть любой подъем к этому уровню в виде структуры коррекционной, да, в виде 3-волн, это повод для того, чтобы встать в продажу. Но опять же, друзья, не забывайте, пожалуйста, то есть можно встать в продажу здесь. Не забывайте, пожалуйста, про часовой разметке. Часовая разметка ни о каком развороте вниз здесь речи не идет. Еще раз, да. Несмотря на то, что здесь произошло хорошее пробитие всех предыдущих уровней. Необходимо дождаться коррекционный откат. Вот этот вот. И уже после его окончания, после его формирования, окончательный разворот тенденции. Чтобы вам была понятна логика этого решения, посмотрите, пожалуйста, как было в прошлый раз. Здесь тоже цена резко ушла вниз. Но вот еще один добой, и только потом окончательный разворот. Здесь то же самое было. Вот это движение сильное, потом еще попытка разворота, и вот здесь вот такое движение. Поэтому не покупайтесь на эти вещи. Либо, если хотите торговать данное движение, я вам показал, как работать. Это минутный график или 5-минутки. Ловите вот эти коррекционные откаты. Вот. Это у нас британский фунт. Дальше смотрим. Так, что у нас происходит. Так. Я сократил большой объем открытых позиций по евро-доллару. Сегодня закрыл все позиции, оставил минимальную часть. И мне удалось по евро-доллару повесить так называемый положительный лог. То есть здесь у меня висит покупка, здесь на пике висит продажа. Ну вот, собственно, так удалось это сделать. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, дальше смотрим российский рубль. Российский рубль пытается упасть против американского доллара сегодня, видите, да, вот. Но тенденция не сохраняется. Вот. Может быть, после незначительного коррекционного подъема. Лучше всего смотреть на часовке, да, вот здесь вот. То есть часовой график. Вот. После незначительного коррекционного подъема, возможно, рынок возобновит снова движение вниз. Боюсь, что может быть и такой коррекционный подъем, но здесь есть эффект залипания. Посмотрите, пожалуйста, цена все время находится у нижнего края канала, видите, да, и тяжело от него отрывается. Поэтому вот предыдущая вершина, если не пробивается, вот в данном случае здесь, да, вот эта вершина, если она не пробивается в этом подъеме, то при движении вниз, естественно, будет обновление данной впадины и, возможно, даже обновление данной вот этой вот исторической низы. Низов. Это российский рубль, то есть тенденция пока что вниз. Хотя не исключаю вероятности того, что в какой-то момент времени цена может сделать вот такое коррекционное движение, выйти из этого нисходящего канала, но потом все равно возобновить свое снижение вниз. Как это было вот здесь, видите, да? Ну, здесь накапливаются дивергенции, как и здесь, поэтому эту дивергенцию нужно разгрузить, а потом продолжить свое снижение вниз. То есть нужно разгрузить дивергенции, которые здесь есть, да? Давайте посмотрим. Наверняка там есть дивергенция. А нет, здесь, наверное, период не очень удачный я взял. Так, давайте это RSI построим. Ну вот, а нет, нету дивергенции, друзья, дивергенции нету. Очень интересная ситуация. Но здесь произошел локальный пробой линии тренда. Вот, ну посмотрим. Так, это у нас российский рубль. Дальше смотрим швейцарский франк. Швейцарский франк, друзья. Швейцарский франк здесь в текущей ситуации пытается сформировать разворот тенденции наверх, но тенденция не сохраняется. Поэтому мы ищем возможность продавать. Но надо быть готовым к тому, чтобы долгосрочно войти в покупки, да, это недельный график и дневной график тоже в этом плане пока что говорит об этом, то есть вот эта вот коррекция может продолжиться, или может быть даже это возрождение импульса, то есть торгуем данную тенденцию вниз, но надо быть готовым к тому, что по всей видимости данное снижение
доллара против франка будет ограниченный характер, иметь ограниченный характер, который, после которого здесь, вот после этого движения, возможно, будет формироваться разворотный канал наверх, вот таким образом. Вот. Потому что есть замедление, выход, возможно, вторая впадина окажется выше предыдущей. И тогда будет такой разворот. Готовимся к такому развороту. На текущем моменте, конечно, надо продавать. На часовом графике вот, часовая разметка говорит о том, что рынок сформировал разворотный канал. Вот была слабая коррекция после попытки ускорения, да, я о нем упоминал. Вот попытка ускорения, тенденция вниз, при отскоке наверх цена не дошла до линии сопротивления. Видите, да? Соответственно, торгуем эту ситуацию. То есть любой подъем наверх, повод для того, чтобы встать в продажу. Вот. Но в то же время, друзья, повод есть для продажи, вот, потому что потенциал хода связан с пробитием предыдущих впадин. И, возможно, будет такое движение. Сложно сказать, но, по крайней мере, этот треугольник, который здесь формируется, может таким образом себя реализовать. Да? То есть вот он. Вот эта консолидация может реализоваться вот таким выходом вниз. Но в то же время, если цена вот с этого движения, которое мы наблюдаем, не обновит вот эти две впадины и пойдет наверх на пробитие предыдущей вершины, что, друзья, получается? Правильно. Тогда таким образом рынок формирует разворотный канал наверх. И надо быть готовым к тому, что рынок отсюда может начать новый импульс движения. Вот это движение, видите, разворотный канал наверх. И вспоминаем сразу часовую дневную разметку. А это будет означать завершение коррекции и возобновление роста наверх. И в принципе, даже с такого коррекционного отката, это будет очень хороший повод для того, чтобы пробить эту опорную точку. Потому что к этому моменту рынок сформирует уже дневной разворотный канал наверх. Так что вот такая ситуация. То есть текущая ситуация, продаем, но надо быть готовым к тому, что в ближайшее время начнем покупать. Вот таким образом. Ну, соответственно, конечно, вот эти вот структуры, которые рынок формирует на своем пути, вот видите, да, здесь вот попытка ускорения тенденции оказалась неудачной попыткой, потому что рынок не обновил эту впадину и вышел с пробоем предыдущей вершины. Поэтому в этой ситуации можно предположить, что, скорее всего, данное движение, которое мы наблюдаем, будет иметь ограниченный характер перед новым ростом наверх. Поэтому вот этот момент надо постараться не пропустить, то есть окончание вот этого движения и выход наверх. Я уже объяснил, почему на часовом графике. Значит, смотрите, как надо делать разметки в этой ситуации. Да? Тенденция не сохраняется, вот. Но вот это движение, которое вроде должно быть импульсным, да, с целью пробития предыдущей впадины. Вот, да? Вот. Наверное, будет это движение ограничено, потому что, еще раз, да, вот выход из канала наверх. Поэтому, если цена вот таким образом остановится до линии поддержки, не дойдет, и отсюда возобновит свой подъем. Кстати, линию тренда надо строить уже вот таким образом, да, вот, посмотрите. Вот он. Вот этот. То есть, наша задача дождаться, когда цена завершит это коррекционное движение перед возможным новым ростом наверх. Но в то же время покупать еще пока рановато, потому что вот эта коррекция, которую мы наблюдаем, она еще не завершилась. Мало того, еще вот в этой маленькой коррекции, то есть в этом движении вниз, есть фактор ускорения. Поэтому, скорее всего, рынок, наверное, попытается еще раз продолжить тенденцию. И где-то вот в этой ситуации, вот в этом движении, отсюда можно будет ждать разворота движения наверх или попытки такой хорошего разворота, потому что здесь краткосрочно есть ускорение, цена пока в этом отскоке наверх, видите, не пробила предыдущую вершину, то есть не дошла до цели верхней границы канала. И в этой ситуации есть структура, вот они, видите, да, три добоя, раз, два, три, четыре, пять, соответственно, ждем, когда это движение наверх завершится, вот уже есть замедление, сейчас, если рынок пробивает ближайшие опорные точки, это повод для продаж, но в то же время, друзья, имейте в виду, что в часовой разметке может сформироваться вот такой новый импульс движения наверх. Вот. Поэтому стопы ставить обязательно. Это швейцарский франк, смотрим японскую иену. Японская иена, коснувшись линии поддержки на дневном графике, вот здесь посмотрите, видите, даже его проколов, сформировала фактор ускорения. Поэтому любой подъем наверх, повод для того, чтобы встать в продажу. Но это дневная разметка. Сколько будет формироваться эта коррекция, сложно сказать. Но вот эта тенденция вниз актуальна.
Поэтому вот здесь часовую открываем. Посмотрите. Вот оно. Вот он часовой тренд. Движение вниз выраженное. Любой подъем наверх вот до этого уровня — это коррекционное движение. И вот в конце коррекционного движения, посмотрите, вот в коррекционное движение, рынок сформировал разворотный канал вниз. Вот. И даже есть фактор ускорения вниз. Поэтому, в принципе, можно сейчас ловить вот этот коррекционный откат на 5-минутном графике. Посмотрите, я сейчас покажу. Вот он, этот разворотный канал вниз. И вот видите, уже структура коррекционная, да, 5-минутная. Как только цена пробивает опорную точку, вход в рынок в продажу. Вот. Целью этого падения будет являться уровень, откуда цена пошла наверх. То есть вот в эту зону набора позиций. В район зоны набора позиций, вот сюда вот цель, это снижение. Вот сюда вот. Это 5-минутный график, но японскую иену я не торгую в текущем моменте, да, поэтому все внимание у меня на евро и на британцы. Так, это у нас японская иена. И последнее — золото. Золото уверенно смотрит наверх. Появились факторы попытки разворота тенденции. Вот этой тенденции наверх. Разметки здесь все актуальны. Единственная проблема то, что коррекция после такого пробития, да, может быть достаточно глубокой, существенной. Но в этой ситуации будет эта коррекция, не сказать, сложно. Торговать нужно тут текущее движение наверх. Тем более это недельный график. Поэтому дневной график тоже достаточно уверенно смотрит наверх. Но вот краткосрочно, посмотрите, видите, да, тут появилось поглощение. Поэтому может наступить хороший коррекционный откат вниз. Вот, может быть, еще раз рынок попытается сформировать еще одну вершинку и потом. Но надо быть более глубокой коррекцией. И как только она завершится на дневном графике, возобновить покупки. С другой стороны, часовой график актуален и даже в этой ситуации, потому что структуры здесь прекрасно себя реализовывают. Да? Посмотрите, пожалуйста, на часовом графике. Вот здесь структура прекрасно себя реализовала. Ну, вот здесь вот структура была сложной. Но вот опять коррекционная структура, видите, да? Мы видим три волны, кстати. Ну и, соответственно, у нас делаем разметки. А, здесь ускорение. То есть получается, если покупать, то только после пробития опорной точки. Вот здесь вот. Потому что это вот здесь фактор ускорения вниз. То есть коррекция может быть более глубокой вниз. И где-то здесь, вот в этом глубоком коррекционном откате, снова будем искать возможность покупать. Это у нас золото. Так, ну, собственно, все, друзья. Так, ваши вопросы, мои ответы. Да, есть разговор, Олег, о том, что вроде как и по словам Набиуллина, и по словам экономистов российских, говорят, что в принципе российская экономика, возможно, уже прошла этап кризиса. Да? Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну все, друзья, на этом я завершаю свой семинар. Значит, встречаемся с вами в 3 часа дня. Продолжение базовых принципов. Как я уже сказал, постепенно меняю формат своих семинаров с упором на больше на торговлю. Если нравится, присоединяйтесь. Всего хорошего, до встречи.